Программа, указывая путь с доктором Майклом Юсефом. Я искал значение слова решение и нашел, что это слово произошло от латинского отсекать. Отсекать, приняв решение идти определенным путем или совершить что-то. А я. Просто напросто отсекаю другие возможности. Решив пойти одним путем и поддерживая одну идею, по существу я отсекаю все другие варианты. И поэтому, когда человек принимает решение выбрать Христа, это значит, что он говорит: я принял Христа своим спасителем, я покоряюсь Ему как моему Господу, я исключаю из своей жизни всех ложных богов. Он и Он один, Господь моей жизни. И Он один есть для меня все. Я отсекаю всех других богов и все другие варианты. Современную культуру можно охарактеризовать словом нерешительное. И отличительной чертой нашего поколения, соответственно, является нерешительность. Многим не нравится быть исключением. Наоборот, они хотят быть хорошими для всех. Они хотят угодить всем. Они не хотят никого обидеть, стараясь быть всем. И для всех таким образом они распыляют свои усилия. Есть и другой тип людей, которые боятся принимать решения, колеблются, и заканчивается все тем, что за них решения принимают другие люди. Но я давно понял, что, услышав голос Бога, выражающий Его волю, ты собираешься и принимаешь решения, и вот часто это бывает совсем нелегко. А еще я понял, что не всегда правильное решение означает приемлемое решение. Но это не ваша забота, а Господа. Если вы различаете и творите волю Божью, значит, вы принимаете решение. Сегодня мы познакомимся с бесстрашной пророчицей и наставницей по имени Дзевора. Но также мы узнаем и о безвольном правителе по имени Варак, что на иврите означает «молния». Давайте вместе откроем четвертую главу книги «Судей». Эта книга, эта глава начинается с событий, которые мы рассматривали на примере последнего послания и цикл таков. Сначала бунт, суд и затем избавление. После смерти предыдущего спасителя Аода, сына колена Нефалимова, стали безразличны ко всему. Им стало все равно. Они пошли на компромисс с хананеями, и это решение было очень неудачным. Я говорю о том, что они просто позволили хананеям жить рядом. Они позволили раскинуть лагерь прямо на своей земле, рядом со своей территорией, прямо внутри своего стана. Позвольте напомнить вам об этой неполной победе. Маленькие компромиссы, нейтралитет, но, ну, может быть, немного флирт с грехом, и все это ведет их к беде. Видите, Ханаан или Хананеи, как и фараон, являются прообразом дьявола в Ветхом Завете. Это прообраз дьявола. И дьявол пришел и овладел шатрами сынов Нефалимовых. Как же это случилось? Но дюйм за дюймом, сантиметр за сантиметром. Они не напали внезапно, это мобилизовало бы народ, и они поразили бы Хананеев. Вот это и есть коварство греха. Это коварство дьявола. То, как он завоевывает дома верующих. Он овладевает ими дюйм за дюймом, а когда они очнутся, будет уже поздно. Ханании укреплялись и укреплялись, и в конце концов у них уже было 900 колесниц. Это упоминается два раза. Это важное замечание, ведь израильтянам нечем было ответить. Ханании стали так крепки и сильны, что израильтяне не могли им противостать. У Хананеев был правитель Тиран Сисара, и под его руководством они сначала проложили свой путь, затем укрепились и начали притеснять народ Божий. И, кстати, следующая, пятая глава — это песня хвалы Деворы Богу за его работу. Она была написана после избавления, о котором говорится в четвертой главе. Эта песня, но, знаете, в ней содержится некоторая очень и очень важная информация. Например, в стихах шестом и седьмом, пятой главы, знаете, дела были так плохи что никто не мог выйти на дорогу, потому что мог быть ограблен, убит, или и то, и другое вместе. В восьмом стихе пятой главы говорится, почему это было так. Там говорится, почему народ Божий избрал себе других богов. В той главе говорится, что они не отвергли Яхва. Они просто добавили других богов. Да, они христиане, они ходят в церковь, у них все прекрасно, но они добавляют и других богов и отодвигают Яхве из центра своей жизни. Он теперь где-то на их задворках, возлюбленные, пришло время принимать решение, и оно именно сейчас. Пришло время для полного посвящения Христу, и оно сейчас. Пришло время отвергнуть компромисс и эгоизм сейчас. Пришло время быть смелыми, и это время сейчас. Пришло время родителям объединиться для воспитания своих детей сейчас. Пришло время родителям стать вместе, в единстве, сейчас. Пришло время верующим отвергнуть посредственность сейчас. Если вы думаете, что мир и наша безопасность придут от того, что мы ничего не говорим и не делаем, то следующее поколение станет жертвой нашей нерешительности. Я знаю некоторых родителей и знаю из своей жизни, и даже вижу это в своих детях, что иногда родители... Желая любви своих детей, никогда не заставляют их жить своим умом. Они не ведут своих детей к истине. Некоторые совсем не дисциплинируют своих детей. Сегодня люди суетятся, делая много хорошего, что, в общем-то, само по себе похвально, но пусть это будет без греха, в послушании. Ведь Божья воля в том, чтобы мы оказались верными, и это самое главное. Божья воля в том, чтобы мы были послушны ему. Вспомните слова пророка Самуила к царю Саулу. Что он сказал? Послушание лучше жертвы. Много людей приносят жертвы, но так мало послушно. Итак, воззовите Господу. Воззовите Господу. Когда в Израиле все было плохо, просто ужасно, и не было сил терпеть, они взывали к Господу, но Бог уже дал им женщину, учителя от Бога, духовного наставника, имя которой Дзевора. Дзевора называла себя матерью Израиля. Если вы никогда не задумывались над величием этой женщины, то сегодня вы ее оцените. Она одна из самых заметных женщин в Библии. Но вы должны понимать, что Библию следует толковать в историческом контексте. Причины людских проблем, впадение в ереси и даже отход от веры. Так вот, причины в том, что многие берут отрывок из Библии и применяют его к нашим дням. Не понимая при этом, что это слово было дано в другое время и другим людям, вы должны понимать, что женщина, которая вела народ Божий в Ветхом Завете, это Божий способ устыдить мужчин. Мужчины сложили с себя ответственность вести народ. Мужчины струсили перед Богом. Мужчины отказались от своей роли, и Бог для их унижения дал им вожди смелую женщину. В 12 стихе в 3 главе книги Исаи Бог говорит Израилю, «Притесните ли народа моего? Дети и женщины господствуют над ним». Дав им в судьи женщину, Бог говорит им, «Вы дети». Но так оно и было. Через минутку я приведу вам пример. При решении духовных вопросов Дивора была и судьей, и пророчицей. И скоро вы узнаете, что Бог не первый раз использовал женщину для посрамления мужчин, не выполняющих роль, данную им Богом. На самом деле были случаи в истории и были примеры в Библии. А как-то, к слову сказать, я размышлял о Джонни и Чарльзе Уэсли, их отец был священником в маленькой англиканской церкви, но он не был сильным лидером. И Бог использовал их мать Сюзанну для того, чтобы повлиять на своих великих сыновей. Даже у креста, когда все мужчины сбежали, женщины были там, рядом с Иисусом. Но ярчайшим примером такой печальной ситуации является то, что Бог говорил к вораку через Девору. Давайте откроем Библию и я собираюсь показать вам два стиха вы можете их подчеркнуть они очень и очень важны для нас здесь слова пророчатся говорящие от Бога Бог дал ей послание для генерала армии для капитана армии варака в шестом и седьмом стихах 4 главы, она говорит Вараку Так. Повелевает тебе Господь, Бог Израиль. Она не сказала Он предлагает тебе или Он просит тебя. Она сказала Он повелевает тебе. Пожалуйста, подчеркните эти слова Бог повелевает тебе. Итак, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой десять тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Зевулоновых. Зачем же? В седьмом стихе говорится, «А я приведу к тебе Сесару, военачальника Явинова и колесницы его, Очевидно, что речь идет о тех самых девятистах железных колесницах об основной силе его войска. Я приведу их к потоку Кессону и придам его в руки твои. Яснее не скажешь, правда? Бог сказал, я это сделаю, тебе всего лишь нужно пойти, тебе всего лишь надо повиноваться, тебе всего лишь надо следовать указаниям. Мне кажется, что у людей плохо получается следовать с указанием. Я знаю это из первых рук. Бог через Девору говорил к Вараку. Его имя означает молния на иврите. Я хочу показать вам, какой замечательной женщиной была Девора. Она не отходила от задания, которое давал ей Бог. Она не узурпировала власть Варака, хотя могла бы, так как была популярна среди народа. Она не повела армию сама, хотя могла бы. Она не сомневалась в Божьих словах. Она не выходила за пределы Божьего призвания для ее жизни. Она была призвана говорить слово от Бога, и она не превышала своих полномочий. Она не пыталась господствовать, она не пыталась справить, она не пыталась контролировать, она не пыталась навредить. Вот почему она стала выдающейся пророчицей. А что же сделал брат наш, ворак, когда Бог повелел ему? Когда Бог дал ему божественную стратегию и дал ему обетование победить Сесару. Что сделал этот простофиля? М? Нет, я не оговорился. Он действительно был простофилей. Я не хочу один идти на поле боя. Я не могу пойти туда без мамочки. Неудивительно, что Израиль... Был в такой большой, большой беде, если глава их армии вел себя именно так. Просто представьте себе это. Возлюбленные, послушайте меня. Верую в Божье обетование, мы обретаем способность повиноваться Ему. Когда Бог сказал, я избавлю тебя, Вараку следовало бы. Поверить и пойти на поле битвы. В своем плане Бог желает, чтобы верующий поверил, и тогда он получит силу. И тогда она получит силу. И тогда вы получите силу. Недостатком характера Варака было частичное послушание Богу. Обусловленное послушание, а частичное послушание всегда крадет у вас благословение. Частичное послушание всегда крадет у вас победу. Частичное или обусловленное послушание всегда оскорбляет Святого Духа. Именно так. А вот из-за чего вы лишаетесь благословений в своей жизни? Вы скажете, ну, откуда ты это знаешь? Все очень просто. Девятый стих. Давайте посмотрим на него вместе. Девятый стих четвертой главы. Послушайте эту замечательную женщину снова. Она говорит, «Пойти, пойду с тобою, только знай, что на всем пути, в который ты идешь». Позвольте мне дать вам свой перевод потому что ты струсил перед Богом. Слава будет отдана женщине. Не тебе уже будет слава, но в руки женщины придаст Господь Сесару. В Деворе замечательно то, что она знала, что является укором укором для Божьего народа. Она это знала. Нам надо понять, что наш Бог полновластен, и Он достигнет Своей цели и исполнит Свою волю с тобой или без тебя. Так и в послании к Ефесинам, в первой главе, одиннадцатом стихе говорится, что Он совершает все по изволению Своей воли. Участвуешь Получаешь благословение. Не участвуешь, пропускаешь благословение. Это только ваш выбор. Он достигнет своей цели в любом случае. Когда Бог говорит к вам и хочет, чтобы вы сделали что-то для Него, когда Он повелевает вам, когда Он говорит вам, у вас есть выбор, вы можете полностью повиноваться, можете не повиноваться, или повиноваться на определенных условиях. Вот все ваши варианты, но частичное послушание вовсе не является послушанием. Но не важно, что вы сделаете. Неважно, что вы сделаете, важно, что вы выберете, помните, что вы не можете помешать работе Бога. Сейчас живет так много дзевор, за которых я благодарю Бога. Они взывают, говоря, «Пожалуйста, повинуйтесь Богу полностью, пожалуйста, перестаньте быть самоуверенными, прекратите ничего не делать и не говорить, прекратите свое частичное послушание, не разрывайтесь между этим миром и Богом». Изучая жизнь этой замечательной женщины, я искренне и глубоко сочувствовал ей таким же дзевором, которые всем сердцем, без выгоды для себя, желают, чтобы лидеры выполняли свою роль. Она даже пошла вместе с Вараком на поле битвы, и именно ей пришлось играть главную роль. Итак, после того, как они наконец-то добрались до места, Посмотрите на 14 стих. Здесь они добираются до места. Сначала Дзивора сказала, «Иди». Варак ответил, «Нет, пойдем вместе». Она сказала, «Хорошо, я пойду с тобой». И они пришли на поле боя. 14 стих, и Дзивора сказала Вараку, «Иди». В моем переводе это звучит «Чего же ты ждешь?» «В этот день Господь придаст Сесару в твои руки». Ощущаете ли вы некоторое раздражение в этих словах? «Не идет ли Господь впереди тебя? Чего тебе еще надо?» Уверенные в себе, Твердая характером язычница по имени Иаиль, то есть наполовину еврейка, наполовину язычница, родственница со стороны жены Моисея, мадианитянки, победила Сисару. Она избавила народ Божий от злых дел этого ужасного человека раз и навсегда. И вся слава досталась женщине, как и говорила Дзевора. Когда Сисара задремал в шатре Аиле, она вонзила кол от шатра ему в висок и избавила Божий народ от него раз и навсегда. Вот слава и отдана женщине, как и сказала Дзевора. Она и получит благословение. И глава армии работа которого заключается в борьбе с врагами, потерял это благословение из-за своей нерешительности. Он не мог принять решение сам. И он оставил это дело другим. Возлюбленные, я хочу сделать вам вызов. Неважно, решительный вы человек или нет, являетесь ли вы лидером или нет, вы должны жить в послушании. Молодые люди, знаете, что я говорил своим детям? Я говорил, кто-то должен быть лидером. «Почему не вы?» — спрашивал я. «Почему вы позволяете неверующим вести вас? Вы ведите их. Вы будьте лидерами в своей школе или на своей работе. Вы будьте лидерами ради Господа. Будьте лидерами дома, в обществе. Бог ищет лидеров». Найдет ли он лидера в тебе?